Тебя хуй пока вы бежите, если агро было на микстурке, он никого не убьет. Зачем тут три танка, я не знаю. Зачем три танка? Давайте в два танка. И просто моба, который появляется наверху, будут бить. Весь рейд будет наверху бегать, а по команде спрыгивать. Не, это хуйня. Ну, если... Это потеряем. С перебежками ты теряешь у ДДшников ДПС. Подождите. И плюс, когда будет бить этот, как его, милишного, ну то есть Феникса. Феникс взрывается нахуй, наносит половину КХП, блядь, сносит и откидывает нахуй. То есть он может приземлиться и умереть. Феникса, который уголек появляется из босса, можно вести поверху. Сначала подвести. Тебе еще раз говорят, когда он убивается, он этот откидывает всех на. Там просто будет, потеря будет ДПС и РДДшеров. Они так снизу стоят, им отвели моба, соответственно. Они моба залили. Милишники этот, бьют чисто в босса. А РДДшники добили моба, свичнулись в босса. Все, нет проблем. Ну, я смотри. Не вижу приста бафа, не вижу. Тут прикол в том, то, что можно в два танка пойти, то есть если будете подводить, ну, соответственно, танк будет вести, хотя хуй его знает, тяжко будет. Я не знаю, почему. Мидвей, вот смотри, вот мое видение. На второй фазе танки встают вот либо в звездочку, либо в печеньку, без разницы. То есть если здесь будут лужи, можно будет переместиться туда. Вот как я стою, видишь, я двигаюсь, я вообще не двигаюсь никак. То же самое будет с взрывом. Когда бегу от Алара, палатчиков, танк вообще не сдвинется. Не факт, что они будут видеть тех, которые вылазят мобов с подбоссом. Нет, но, если будет, они заебись. Представь, то... посмотри, как это все выглядит отсюда. Все отсюда видно, в принципе. Вот, может второй танк подводить, в принципе. По поводу урона от взрыва. Урон от взрыва наносит 23 тысячи урона. Вот лично мне нанесло столько. Вот. Предлагаю еще танку ставить метку на нужного моба, которого нужно фокусить, чтобы взрывался один. Не взрывалась там куча сразу бабаков. Чтобы взрывался один, вот по очереди они взрывались. Что фоксили, ребята? Ладно, я не понимаю, как мобы взрываются. Они когда умирают, откидывают. У них, да. Они когда умирают, они взрываются, откидывают на нас. По-моему, там. Они станятся, еще раз говорю. Они не кастуют никакого каста, так что это вам ничего не поможет, никакой стан. Он не поможет. Когда умерли, он взрывается, наносит дамаг и это как моб с ЛК первый проклятый, как на циркуле пахал, только он не откидывает. Все. Рога где? Релогается? Написал, танки, которые танчите аларчиков, вы потренируйте, встаньте вот по почувствуйте это. Давай спекайся в танка, я спекнусь в урика, и ты просто потанчишь снизу, побегаешь. Окей. Okay. Ребят, смотрите, когда убивается трэш на первой фазе, у босса отнимает хп по 2 ляма. А что если на второй фазе также мы убиваем трэш, так, и забирает так хп и делается, босса? Так и делается, ребят. Ну, значит, Филипп тоже желательно играть в трэш. Так, столкните, пожалуйста, флут. Ребят, теперь все то же самое, как и на второй фазе. Ой, на первой фазе, соответственно, все то же самое делаем. Дальше. Как его? На второй фазе, ребят, милишники, вы играете по трэшу. Остается лоу хп, вы отбегаете. Надеюсь, понятно. То есть отбегаете, бьете босса. Если нету босса... Ребята, вам не обязательно, когда начинается переходки, он летит в центр, вон, блядь, босс, когда там все огненное наверху, милики, вы спрыгиваете вниз и сразу бежите на платформу, вот, чтобы потом не терять время на ДПС. Отсюда вот, смотрите, вот здесь где-то, вот тут стоит. Урон не наносится. Где? Угу. Вот тут вот. Вон, где вам звезда. Огонь заканчивается, босс подлетает и сразу влетаем в него, и все. А если просто спуститься туда? Можно спуститься, но можно не успеть. Легче спрыгнуть, если ты сбоку стоишь. Ну, это кто умеет, кто не умеет. А, рыба была? Да. Ладно. На. У нас Рога зайдет или нет?
Нет, он ушел, он написал, что извиняюсь, но ему срочно выйти. Пидорас. Ну это минус два. Негодяй. Гоу этот на хору. Я в дату походил. Он несет отдых. Давай пулей. Да у нас, ну, не, давайте нас еще меньше ДПС. Не хватит ДПС. Просто не хватит ДПС. Да он тут не все полбисываем. Давай нормально. У нас и так не хватает ДПС. Вы говорите, что нам не хватает ДПС, давайте хоть раз доведем до Энраги босса, а потом посмотрим, сколько нам не хватает ДПС. Ладно, в каком радиусе взрыв моба происходит, объясните. 15. 15 метров. Вот смотрите, я предлагаю такую тактику. Значит, ну я просто объясняю. Ой, никто с РДДшников не будет вверху бегать, я тебе сразу говорю. Зачем тебе бегать наверху, смотри. Вот в черепе стоит микстурка, появился моб, ну босс перелетает на квадрат, там танчит Ивинар, появился моб, микстурка ведет своего моба вот сюда, и это в это время РДДшники его бьют, ну обдотывают, он ведет его дальше, перебегает через эту платформу вместе с мобом, бежит на следующую платформу с крестиком. Не успеем, Войт. Смотри, Войт, теперь рассказываю, моба добивают. Он взрывается, микстурка улетает вниз, и босс начинает всех бить. А почему ты вниз решил, что ты вниз полетишь? Ну, в сторону улечу, там куда-то, не знаю, ну, да. Ты повернешься спиной к стене. Окей, Войт, знаешь, какой тут недочет? Если он будет бежать, как ты только что бежал, РДДшника придется тоже бежать, и им нихуя с этого не выйдет. Они да, что, подождите секундочку, можно я скажу? Я не понимаю, чего вы сейчас начинаете менять тактику. У нас все было нормально, за исключением того, что... Сейчас на второй фазе просто милики будут помогать с трэшем и все. А так все было нормально. Зачем менять сейчас что-то? Так вот и не надо ничего менять. Просто вы знаете, будет тут Берса или нет. Есть кто-то, кто знает? Или есть только слухи? Все было видно. Он, когда вторая фаза начинается, 10 минут. Так, есть Берса. Спаси товар. Берса есть. Ну и все. Поэтому на второй фазе надо просто убивать и трэш, и босса. И миликам надо помогать. Нужно сделать так, чтобы до того, как появились следующие два моба... Можем сделать по-другому. Если у нас будет много трупов на первой фазе, и у нас БРов не будет, можно переждать первую фазу для БРов, если на первой фазе нету берсы. Знаете, так, на будущее просто предложение. Тогда уже у Алисы будет 8 часов утра, и она пойдет в школу. Да. Алиса еще уроки не делала. Погоди. И математику еще делает. Погоди, пан, давай в этого, в ДД. Так, Дима, вниз. Алиса, ты перебегаешь с одной платформы на другую. Одна. Тебе это надо как можно быстрее сделать. Тима, ты цепляешь каждого моба, соответственно, хилы все. Влад, ты тоже можешь здесь быть. А хотя не, будь-ка ты наверху, если что, милишников подхилишь. Я танка прохилю. Так, соответственно, по тактике у нас чуть-чуть меняется. У нас будет настакиваться, соответственно, от огня. Дим, отводишь как можно дальше, чтобы не откидывал остальных. Но я к стенке буду отводить РДДшникам, то бишь сюда, смотрите, вы будете бить. Так же самое и других, я буду по над стенкой вот так держать мобу. Че, ну давайте бить, че. Топ КСС, дайте на друидов. Так, чек на готовность. Виби, давай. Так он сразу на него бежит, Тёма, смотри. На кого? Я на Влада, я бью его в лужу. Виби. Дай по яйке этот СС, пожалуйста. Тавр, спрыгни вниз. Там так. Вверху только танка. Нет, просто нет, он будет бегать с милишниками, прохиливать, если что, милишников. Если Тавр, их особо хилить не надо, соответственно, нахуй можешь прыгать вниз. Дальше, второй СС, задум, ты по карочке даешь.
Ты чё, мглистый алмаз купил, Войтна? Чё? Ты чё, метасокет купил? Какой метасокет? Ты чё, в бошку какой, блядь? Не знаю. О, Войт мажор. Кто мажор? Спрыгни, пожалуйста. Стоп, так, стопните нахуй флут, пожалуйста, блядь. Стоп, промглистый алмаза и хуяза. Я добрал чувака в рейд. Сумоним. Тар спрыгнул. Виби, дай по нему СС. Дайте ему дискорд. Момент, я вспомнил. Геру дают сразу при старте фазы. Да, сразу при старте второй фазы. А там до метеора 40 секунд есть? Не факт. Просто могут милишники сагрить трэш. Их может продемажить. Тавр может поднять сразу же моментально. Так, Ханту по ходу дела расскажем. Микстур. Там один танк. Пат, смотри свои таланты. У тебя вкачана дальность ЛПшки. Я топориком кину сагрю босса. Зачем? Не надо. Наверху будет Эвинар одна, еще раз повторяю. Дима будет снизу. Для этого там остается один хил. Зашел он. Но не обязательно там танка держать. Там может кто-то перебегать из ДДшников, если полуформа да, пустая. Нормально. Там босса надо переагривать, да. Чтобы он не кастовал. Чек на готовность. Рыбу поставил, хант. Здесь? Дися. Тактику знаешь? Как он мог здесь кто-то перетащил? Я перетащил. Еще он переоденется. Он фу ПВП. Ну это лучше, чем ноль, блядь. Он сейчас переоденется. Пишите. Роксит. Тут нет. Он просил тактику, что ни разу не было. Но, ну, тут я в принципе смотрю. Рокси, алло, прием. Диск можно настроить, либо что-то еще. А, блядь. Ханты тут нет. Ты напиши в чат. Да он грузится по любасу, нахуй. Ну чё вы доебались-то? Подождите немного. Ещё из претендов, чувак. Говно. Блин, канули дискорд? Да. Да. Вон Константин какой-то. Вот зашел он. Константин Рокси, ты? Да, здорово. Хорошо. Привет. Этот, как его? Тактику знаешь? Переодевайся в ПВЕ. Первая фаза, стоишь здесь, соответственно, снизу. Следи за печенькой. Стоишь здесь, бьешь босса. Подожди, дай тебе добавлю, тебе плохо слышно. Мидвей добавляй. Кто рулит? Сейчас вот на 200 поставил. Все. Смотри, бьешь снизу, соответственно, ты стоишь снизу, на пол вебинар даешь. Далее, первая фаза, бьешь босса. Босс будет перелетать с платформы над платформу. Соответственно, когда он будет перелетать, с него появляется феникс маленький. Феникса тянут вниз. По фениксу играет РДД, соответственно, ты РДДшник, ты играешь по фениксу. Феникса слил, играешь дальше по боссу. Это вся тактика для РДДшника. Соответственно, когда я буду командовать милишником вниз... Стой, не рассказывай. Еще одного добра. Да зачем рассказывать? Просто говори, спрыгивай с платформы и все, и бей мобов. Соответственно, когда я говорю... Погоди. Соответственно, когда я говорю спрыгивать с платформы,
ты сбегаешься в центр, вот в этот фиолетовый кружок. Все сбегают, потому что он уешит сверху. Ну, я не знаю, снизу уешит, не уешит, хуй его знает. Соответственно, отбегаешь. Далее, он опять же приземляется, и все то же самое. То есть появился трэш, убиваешь трэш, как его, играешь по боссу. Близко к маленькому Фениксу не подходи, потому что при смерти он умирает, взрывается и откидывает нахуй на очень охуительную дистанцию. Соответственно, ты можешь просто умереть от падения. Далее, по второй фазе сейчас добавится еще один. Расскажу. Не, он знает тактику. Да, два тактика. Тёма, смотри. Когда с треугольника босс прилетает в череп, надо мне бежать в череп. Потому что она реально не успеет. Ну, это нереально такое расстояние пробежать. Там дофига костов будет. Давайте в три танка, да. Чего вы будете? Давайте уже в три танка. Успокойся. Хотя, давай. Пан, спекнись, пожалуйста. Там с трэшем поможешь. Соответственно, давай. Пан. Агриш трэш, соответственно, Феникса снизу забираешь. Дальше. Соответственно, Гризл знает тактику. На вторую фазу, Хант, смотри, босс исчезает, появляется в центре. Ну, соответственно, он умирает, появляется в центре. Перед рожей босса ты не стоишь. Далее. Босс будет превращаться в метеорит, взлетать вверх. То есть ты набираешь рейндж между, соответственно, рейдом, то есть между друг другом, должны все набрать рейндж 10. Далее, смотришь вверх. Если на тебя летит метеорит, соответственно, ты с того места отбегаешь. Но еще один нюанс. Босса будет держать лицом к входу инст. Соответственно, перед его траекторией, когда он с метеорита приземлился, да, появился и идет к танку, ты не должен стоять, потому что тебя может шотнуть. Далее, будет появляться лужа, она такая светится, полыхает, примерно как венец пламени в каре. То есть с нее также надо выбежать, иначе будет на тебя настакиваться увеличение урона от огня и дымажить также огнем. Далее. Когда он приземлится, будет появляться два ада, то есть два феникса маленьких. Ты напуливаешь или в пана, или в микстурку. Надеюсь, понятно. То есть давай, Гризл, ты будешь в пана напуливать. Он не в дискорде, похоже. Ну, похуй. Клыкач, будешь в пана напуливать, Гризл. А, не, Роксит, ты будешь микстурку напуливать. На второй фазе по одному аду. Соответственно, Дима или Пан, у вас ассист есть. Давай, Пан, будешь ставить на своего череп. Соответственно, череп вливаетесь первым. Далее, по трэшу играют все. Соответственно, на лоу хп, ребят, вы милишники, отбегаете. РДДшники стоят на рейндже. Так же, как и на первой фазе, он при смерти умирает. Соответственно, наносит дымаг и откидывает в ебеня. По тактике это все. Рыбку я вам ставлю, если кто-то не поел. Опять рыба на ёбке. Спуститесь, пожалуйста, вниз, милишники, потом прибежите. Я вас и бафну, потому что 12 минут, мы только 10 минут будем в фазу переводить, наверное. Так. Этих бафнул, мосс, у тебя кулачок. Чек на готовность, ласки на ДД пропили. Джованни, турбо. Подожди. Гризл зашел, но... Сейчас, секунду. Короче, босс не кливает, а на второй фазе перед мордой он что делает, кливает или дышит? Просто перед мордой не стоять, мужу побить. И на пути его, этого, как его, хода движения в танку после того, как он приземлится, не стоять. Джованни здесь? Отлично. Все готовы? Запуливай. Дима запулит, Лиса, ага, все вижу.
Бьем пока что по лору. Салави, РДД по Фениксу, маленькому. От стенки отошли. Не надо переводить панку. Встань на месте просто. Алиса, под краю платформы, пожалуйста. Хватит его водить, рейндж меняется, пан, задолбал уже, а, бегать туда-сюда. Ну какой нахуй! Алис, тебя хилом не достаю. Где свалился бы? Так достаешь? Да. Надо таймеры ставить, блядь. Пан, забирай, тем. Пан, забирай. Так, лопасос по виде. Бахнули сразу локо. Один хил к микстурке, сразу перебегайте. Да, уже нормально. Ладно, там прохильте. Нужно подойти поближе. Пана прохил. Проведи, пан. Отходим. Вниз спустились. Отходим. Вниз, быстро, быстро, быстро вниз. Смотрите, где микстурка стоит с мастером. Сюда надо. Илишники подошли к звезде. Илишники к звезде. Оп, откинула Вайда. Выжил, хорош. Там рейндж нихуя не 15. Алиса что-то зависла. Алис, тут? Тут. Давай быстрее. Да, это лечит, резал. Быстрее цепляй. Тут походу 110 там забьем. Стой. Прыгай вниз. Так. Почему хуйня? Да, ну кроме танка никого хилить не надо просто. Зачем он тут? Ну да, тут полипал сам справляет. В принципе. Снизу пусть лучше бегает, и это лучше не надо будет. Трэш. Заберешь с меня сейчас пан. Пан.
Блять, а чё я вниз прыгнул? Да? Ну, подбежали, душ дамажишь. Медведь такой миленький, снизу стоит, хилит. Потеет, работяга. Юки обезманываем. У Мосса есть иннер. Мосса, дай пойду Юки. Кения гимноману. Бузер, под гимн, давай ты там. Желание, вниз. Дай гимн на ману. Вниз спускаемся. Вниз спустились. Стоим. Где звезда? Алиса, беги уже в звезду. Ты вниз не прыгай, если... Просто назад даешь пару шагов. Вниз, там где мы стоим. Опа, смотрите, куда полетел. Жесть. Давай, давай, быстрее. А чё так, блять? Бывает такая хуйня. Бред. Сними с себя вмешательство одну стопку. Ну, в принципе, пойдёт. Пан к краю. И он сейчас, блядь, опять в черри полетит? Да. Да. Один к черепу побежал. Кто к черепу? О, сука. Алиса, краю. Угу, все, заебись. Ману, регените хилы себе. Тут что-то, блядь, просаживается, хотя ничего хилить нет. Она прохил. Готовьтесь, если что, он не спускает. Нет. А, он пошел потом часовом, да? Угу. Второго лови. Забирай. Стан дал. Бузер, чё, помани? Лопасос есть, Тинер? А, нет. Тебе кидал. Мосса 5 секунд. Мосса закинешь потом бузеру. При перебежке. Алиса сразу в череп. Треугольник пойдёт? Да. Значит, разве не будут полой там гореть? Нет, пока... после черепа. Блять. Я, блядь, после этого босса не захочу никогда на варе играть. Нет. Блять, чё он так быстро полетел туда, хоть варь? Спускайся, спускайся, спускаемся, Алиса. Спускаемся, спускаемся. Алиса, к черепу... О, она разбилась. Где... Бэр, Алиса, бэр. Бэр. Надо подождать. Кто там? Ну и куда он полетит? Ага. Череп... К трусам. Всё, я иду к трусам. Да ёбаный в рот. Да бред. Я же сказала, блин, что полы гореть будут. Они, значит, считаются, они... Это. Чуть в череп, блин.
спаном один хил. Иннер, дайте по тени. Безик гимноману. Баф. Бафните ее. Алису баф. Я дал баф. 10% доктора Эйхана. Ну, знаешь, мне кулак так нужен в танке. Нужен. С ДПСа больше. Агро. Касочка была бы лучше. Обменяю кулак на каску. Лишний флот. Дим. А, все, ладно. Хантовский пэт, это все мертвые или как? Феня, еще один. Феникс, убери. Быстрее Феникса заливаем. РДД. 3%. И где моба убили? Да нет, это босс. А, там на трех ляма? Вниз. Вниз. Блять. Агро! 10. Чулан, 20 секунд, когда он умер. Карочка. БР лопососа. Моса. БР медве. По трэшу играем. Не забываем. Там Гера как бы. Геру. Блять, смысл, выдали. Хуйня. Ничего, нормально, нахуй, убьем. Надо быть на ману. Гер на хенте. Уходи, Карыч. По трэшу играем. Следим за метеором, когда он этот исчезает, превращается в метеор. Соответственно, он вверх подлетает. Поднимаем камеру вверх и следим. Набирай рейндж. Перса есть у них? Забираем моего. Да. 8.37. Играем по трэшу. Метеор, рейнджу набрали. Отошли. Милики от трэша пошли. Утошли от трэша. Он умер. Ну, я вижу. По бэйрам, что у нас? 4. По бэйрам только 3 КД. У кого там не КД? Тавра? Может, у Тавра. Не, у Тавра КД. У этого, у чувана. Лопасос бейт пана. Рейнджу набрали. Пан, забирай как-то. Пробафали пана. Ходите, милики. Пан, меточку поставь. Метеор. Рейнджу между друг другом. Блять. Быстрее по трэшу. Мелики убежали. Сложа. Слишком далеко. Нужно подойти поближе.
Пошли. Теор. Череп собери. Угу. Если на траектории кто-то стоит, блять, пизда ему. Не? Бойзер, да, пизда. Бойзер встал. Мелики ушли. Метеор. Блять. А, напал. Метеор, сразу на траекторию, на них убил. Нет. Хуйня. Сколько у вас там до брисе осталось? 5 минут. 25%. Из 10. Да ну, все, легли. Нахуй вы по нас танки, я не знаю. Бля. Это бред. У нас ДПС умали. Все надо, это, блядь, минимум 265. По 500 я всем накинул. Всем спасибо за вид. Пока, ребята, целка не закроем, никакого нахуй ока из-за этого. А сколько по 500. Хватит нахуй.